Заключить контракт с Министерством обороны и поехать в зону проведения специальной военной операции – решение настоящего мужчины. Сказать слова поддержки бойцам перед отправлением пришли представители общественных организаций, а также глава города. Спасибо вам за ваше решение отдать свой мужской святой долг в защите за нашу Родину. И самое важное, наверное, хочется пожелать вам всем вернуться домой живыми и здоровыми. Вы нам всем нужны. Нефтеюганцы не смогли отправить солдат с пустыми руками. Волонтерская группа «Тепло для солдата Z» передала бойцам коробки с провизией и предметами первой необходимости. Вот наши женщины для вас щили, приготовили. Тут внутри самое необходимое. Добровольцы признаются, что настроены на победу и крайне решительны. У некоторых из них уже есть опыт службы в вооруженных силах. Воспитание такое. Дети уже взрослые. Кто-то должен защищать Родину. Это долг наш, как отца, как мужа, как сына. Поэтому осознанное решение, 2 года зрело. Ну, получилось так, что только сейчас появилась возможность поехать туда. Каждый желающий подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО может обратиться в пункт отбора, который находится в спортивном комплексе «Сибиряк». Здесь кандидат сможет получить консультацию по всем интересующим его вопросам и получить направление для прохождения медицинского осмотра. В Югре лучшие условия в стране для заключения контракта. При подписании вы получаете 195 тысяч рублей от Министерства обороны, 400 тысяч рублей от округа. И 100 тысяч рублей по окончанию вашего контракта, 150 тысяч в первом поступлении и каждые 2 месяца. При отправке из Нефтеюганска добровольцу предоставляют дополнительные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Игорь Шмелев, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».